Дорогие волохжане, разрешите от региональной национальной культурной автономии Лимай Вологодской области поздравить вас с наступающим 2016 годом. Это праздник, веселье и надежда на то, что следующий год будет лучше предыдущего. Что все желания будут исполнимы. Желаем вам успехов в работе, процветания, здоровья и счастья в каждой семье. Желаем мира над головой. Желаем, чтобы не было войны. Многие восточные народы Новый год отмечают 21 марта. Он называется Наурыз. День весеннего равноденствия. Это праздник единения человека с природой. Он возник более 3000 лет назад, до возникновения мусульманства, поэтому не считается религиозным. С наступлением весны именно в этот праздник люди связывают надежды с тем, что будет хороший урожай и будет благополучие в каждой семье. Еще раз поздравляем вас с наступающим 2016 годом. Желаем счастья.